чё, друзья? 50-литровая бочка. Короче, было там у меня щука и подлещики вот такие. Лещи. Короче, сейчас вот такая вот фляга. Ну, все знаете, 36 литров, короче. Буквально сейчас заливаю ее водой, вымачиваю. Часов 7-8 повымачиваю. Потом развешу, вялить. Потом подумаю, может быть, коптить буду. Чё, друзья, сегодня будем разделывать вот этого барсука. В общем-то, сейчас я его порежу на кусочки и буду солить. В общем, подготавливаю его к копчению. Вот такие дела, друзья. Не знаю, ни разу не пробовал копченого барсука. Да и вообще барсука не помню, чтоб я ел. Ну, в общем, будем пробовать разделывать вот этим вот кинжалом. Вот это вот лезвие. Примерно 22 сантиметра. Плюс ручка, нахуй. Извиняюсь за мат сантиметров. Может быть, 14. Вот такой вот барсучонок. Вот. Ну, как-то так, друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, кто пробовал барсука, кто приготавливает барсука копченым. Пишем тоже комментарий. Поделитесь, какой он на вкус, если вы это знаете. Ну, как-то так, друзья. Ну что, друзья, получилось вот столько вот кусочков. Вот. Барсук примерно килограмм 7 весил. 8. Примерно. Ну, как-то так, друзья. Ставим лайки. Продолжаем смотреть мой канал, друзья. Все. Пошел, короче, сейчас солью все это просыплю. И под пресс поставлю. Пускай посолится хотя бы с неделечку. Ну, а потом, как прохладно станет, так будем коптить. Там у меня, кстати, еще сейчас покажу вам сахатинка вывешена на копчение. Вот, друзья, у меня еще сахатик висит. Вывешен. Как-то так, друзья. Короче, перченый, вымоченный, короче. Наверное, часов 12 вымачивался. Солился тоже прилично. Ну и, короче, сейчас вот перченый, соленый. Сейчас заветрю его. Сейчас 3 часа дня, примерно 4 уже часа где-то. В общем, часов до 7 повялится на солнце, а потом будет под крышей висеть у меня, выветриваться. Сутки, может быть. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня будем коптить сахатинку. Так, вот она. Короче, вывешил кусочки, друзья. Вот. Висят куски. 25 кусочков. Вот. Вот такие дела. Вот тут у меня стоит бак безопасности. У него будет ставиться дырявое ведро. Ну, с отверстиями. Вот оно, друзья, я вам уже показывал. Вот такие вот дровишки. 8-7 сантиметровой длины. Вот. Ну, вот так поколотые. Будут поджигаться горелкой, ставиться. Короче, это все будет ставиться и накрываться вот такой крышкой. Ну, поджигается, короче, это все дело горелкой. Оно там разгорается ярким пламенем таким. И когда крышку накрываешь, бух, огонь тухнет. И угли начинают тупо тлеть. Они начинают тлеть. И отсюда, короче, со всех отверстий начинает выделяться дым. Искры вообще ни одной не вылетает. Вот. Это вот я уже четвертый раз сейчас буду коптить. И вот за 3 раза ни одной искры не видел, чтобы вылетало с этих отверстий. Все как бы нормально и безопасно получается. Тем более еще вот это ведро будет стоять в баке безопасности. Бак будет выше ведра. Вот. Ну а тем временем, друзья, вывешил, короче, щук. Лещей. Вот видите. Короче, вот такие дела. Вот, короче, вывешено. Щуки, лещи. Вот. А еще тем временем. Коптится сахатина. Открываем шифонер наш любимый. Видите, дымит дым с бачка. Видите? Ни искринки, ничего не видно. Мяско у нас уже коптится. Вот такие дела, друзья. Вот такие вот кусочки подкапчиваются. Тут у меня, короче, или нет замочили. Вот, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Че, друзья, вот такой вот процесс. Вот так уже подкоптилось мяско, сахатиночка.
Обалденно пахнет. Вот. Сейчас, короче, буду докидывать дровишек. Короче, смотрите. Вот сейчас ничего там не горит. Вот сейчас смотрите. Хопа. Хоп-хоп-хоп, пошел приток. Пошел приток. Смотрите, видите, разгорается. Потому что свежий воздух попадает туда. Сейчас огонь будет. Сейчас смотрите. Вот я накидываю дров, да? Вот, смотрите. Накидываю дров. Приток свежего воздуха пошел туда, друзья. Видите? Все, это ничего страшного, друзья. Все, смотрите. Все горит. Теперь смотрите. Хопа. Накрыл крышкой. Все. Конкретно накрыл. Да? Видите, да? Друзья, теперь смотрите. Открываю и не горит. Видите? Видите, не горит. Сейчас вспыхнет. Вот, крышка это позволяет, как сказать, просто щепком тлеть, а не гореть. Поэтому безопасно. Сейчас еще покажу, что я с рыбой делаю. Забыл, короче, сделать. Сейчас доделываю. Вывешивается, вялится. Ну, так как у нас вода стоит в огороде, огородчик этот не саем, он заброшенный, короче, получается трава. И вот такие вот камыши растут. Вот, видите, трава. И вот, вставляю, короче, вот такие вот палочки в каждую чурогайку. В лещи не буду вставлять. Вот видите, как грамотно получается. Во-первых, сейчас все выветрится, вся влага выйдет. А потом, короче, буду я коптить их, когда подсохнет все. Вот, друзья, возможно, завтра подкопчу вот этих щук. У меня тут получается, ну, штук, наверное, под 50 где-то. Или еще штук 10. Че, ребятульки, вот готовое мясо. Скоптилось, короче. Так вот выглядит изумительно. Вот. Но это не все, правда. Я забыл вам заснять видос. Как мы уже и поели, и поугощали людей. Сейчас вам покажу рыбку. Как она у меня вывешенная. Под крышей уже. Убрал с под открытого неба. Сейчас под крышу вывешу. Лещ, щука. Вот, короче, друзья, вот так вот лещики висят. Вот так вот щуканы висят у нас. Вот. Вот такие вот щуканы висят у нас, друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии.